подскажи мне, Иваныч, а что поменялось? В смысле? Ну вот реформа прошла, а что поменялось? Мы теперь называемся не ГАИ, а як? Дорожна полиция. Дорожна полиция. Ладно, нехай. Но на трассе ж мы стоим? Стоим. Машины останавливаем? Останавливаем. Зарплата по курсу у нас такая же маленькая, как у гаишников? Такая сама, даже меньше. Взятки приходится брать, потому что семью надо кормить? А то. Так а что поменялось? Ну так это форма. А чё ж мы ее не носим? Ну, вона в шкафу висить. Нам за її порчу голови одірвуть. Отож, по реформи. Ха. Я вообще сейчас не понимаю, кто мы. Эй, это вы, козлы придорожные? Не понял. Что? Ну, даже вы упыри в кустах. Чё в кустах? У нас пост есть. Ну это же вы гниды с радарами. Так, дамочка, вы езжайте, куда ехали. Я не могу. Мне сначала надо найти этих придурков с палочками. Это называется жезл-леденец. Тобто придурок с леденцом тебя устраивает, да? Мадам, между прочим, вы оскорбляете сотрудника... Как ее? Дорожной полиции. Дорожной полиции. Ой, извините. Но это же вы п***асы. Я х***й, овца. Вот, вот. Именно туда мне и надо. Понимаете, я когда еду по дороге, то все водители меня туда посылают. А я не знаю, где это место. Так а мы тут при чем? Ну как? Я спросила, где это место, а они сказали, что мне помогут козлы придорожные, гниды из кустов и эти придурки с палочками. Вот. Знаете что? Вам надо ехать прямо, потом налево, направо, и упретесь вы в Верховную Раду. И что, это именно это место? Нет, там работают люди, которые знают, где это место, потому что они по 5 раз туда в день ходят, потому что их по 5 раз в день люди и народ посылают. А кого именно мне спросить? Любого ***она неприкосновенного. Мудака с мандатом. Олигарха хитровышиванного. Ага. Спасибо вам большое. До свидания. До побачення. Иваныч, я понял, кто мы такие. Кто? Мы призраки ушедших ментов. Вот теперь я не понял. Ой, Викусечка, пока никого нет, хотела у тебя спросить. А где у тебя было это в самом необычном месте? Да. Все. Я уже забыла, когда у меня это было. А где так тем более. А у тебя было в каком-то таком необычном месте? Ой, ну, в кабине самолета, в раздевалке, в магазине, на барной стойке, под барной стойке, недалеко. Ясно. Сама разложу. Да. Мне до тебя далеко. Здрасте. Здрасте. Чего вы свистите? А, извините, я футбольный судья, это у меня профессиональная. А-а-а. Иду на футбольный матч. Ага, понятно. Что вам? Мне, пожалуйста, дайте очки для зрения. А то надоело, болельщики постоянно кричат: «Купи очки, урод!» Вы знаете, у нас очков нет, это вам в оптику надо. В оптику, угу. Понял. Дайте мне тогда, пожалуйста, горчичники, ага, и презервативы. Впервые продаю такую странную комбинацию. Ну, это тоже для болельщиков. Надоело, что они постоянно кричат: «Покажи ему горчичник!» Вот я им покажу, как выглядит горчичник, а как выглядит желтая карточка. А презервативы? Ну, болельщики, они ведь разные кричат, знаете. Вот я им покажу, как выглядят презервативы, и что я на него совсем не похож, тем более наштопанный. Да, не похожи. Так, это все? Нет. Дайте мне, пожалуйста, вазелин для свистка. Это чтоб вам, если туда то не так больно, да? Нет, это чтобы губы не обветривались, а то когда постоянно свистишь, начинается. Поняла, извините, я уже такое подумала. Так, с вас 150 гривен. 150 гривен. Хорошо, а у меня к вам еще вопрос личного характера. Да-да. Не могли бы вы пойти со мной на футбольный матч? Это что, вы меня на свиданку приглашаете? А, нет, это... Тоже больше для болельщиков. А то они меня постоянно обвиняют в нетрадиционной ориентации. А так я приду с девушкой и развею все сомнения. Подождите, пойду, если меня подменит напарница. Яна, а подмени меня. А надолго? 2 по 45 и 15 минут перерыв. Я говорю, подмени меня на часика 3. Пойду футбол посмотрю. В команде фармацевтов замена. А вы с юмором. До свидания. Да, свидания. Дания. Боже, это ты. Ну что, как матч? Восхитительно. На футбольном поле. Что на футбольном поле? Я говорю, самое необычное место, где у меня было на футбольном поле. 2 по 45 минут почти без перерыва. А потом на трибунах, потом в раздевалке, потом в судейской комнате и даже в вип-ложе. Ну, а потом нас выгнали в стадион. Егор Григорьевич, а что вас к нам привело? Дело в том, что у меня проблемы с Сережей. Странно. Вообще-то Сережа делает огромные успехи в учебе. Да. Это-то меня и беспокоит больше всего. Дело в том, что мы с Сережей заключили договор, что за каждую хорошую отметку я ему даю по 10 долларов. Ой, какой хороший стимул! Да, неплохой. И уже на следующий день он принес максимальную оценку по математике, хотя до этого был круглым двоечником. Но это же прекрасно! Да-да, но вы слушайте дальше. Уже на следующий день он принес максимальные оценки и по физике, и по математике, и даже по химии. Ну, видите, какой хороший стимул. Результат, как говорится, налицо. Я не понимаю, что вас беспокоит. Мне кажется, что мы все этого и добивались. Меня беспокоит то, что у Сережи даже учебника и тетрадки по химии нет. Понимаете? Странно, странно. Вот и я подумал, странно. А что дальше? Странно. Дальше вот посмотрите его дневник. Вот. Он начал приносить максимальные оценки по всем предметам. Потом он начал приносить максимальные оценки по всем предметам, причем по 5 оценок за каждый предмет. Я даже помню этот урок. Сереженька отвечал на каждый вопрос и без подготовки. Да. Даже Олечка, отличница, не могла его опередить. Вы представляете? Да. Ну ладно, но как вы объясните вот это? Вот. Да что ж такое? Вот. Это вообще нормально, что ученик получает 10 максимальных оценок по уроку физкультуры? Физрук у нас никогда краев не знал. Теоретически. А на Сережа мог сдать нормативы в один день. Да, да. Я думал об этом. Но получается, ему за неделю нужно было сдать около 100 нормативов. Что вы хотите? Это нормативы сейчас такие слабые. Да. То есть то, что я сейчас говорил, это у вас считается нормально? Конечно. Ага. Ну, в таком случае мне придется перевести Сережу в другую школу, потому что я больше не смогу его финансировать. Мне нужна школа с более высокими требованиями. Может быть, мы вместе что-нибудь придумаем? Да. Нет, нет, вряд ли. Я уже продумывал все варианты. Кредит я брать не собираюсь, а четвертую работу я просто не потянул. Извините, у меня нет другого выбора. Спасибо большое. До свидания. Извините, извините, нет, нет. Вот физрук, жлобяра, а такую схему нам испоганил. Вот эта Сережа на 50 на 50 кормила всю школу. А теперь что? А теперь и Сереженька двоечник, и мы нищие. Я тебя просила, не давай ему часы. Ты. О, у него жена, дети, теща, несчастный человек. Вот тебе несчастный человек. Хорошо. Возвращаемся к старой схеме. Собрание, деньги на шторы, на ремонт. Вот физручья скотина. Такой бизнес просрал. На троих. Ну вот видишь, дорогой, оказывается, в свой выходной день можно проводить время со своей семьей, а не со своими дружками. Да, да, конечно. Оказывается, в выходной день можно не пить. Согласен, согласен, дорогая. Оказывается, можно не сидеть в гараже, где вы якобы ремонтируете машину, а на самом деле... Правильно, правильно все говоришь. Я так рада, что ты проводишь время со своим сыном. Да. Кстати, а где он? Кто? А, этот. Купается где-то, наверное. Пойду его поищу. Вот это правильно, это правильно. Ты знаешь, дорогой, я так рада, что ты с нами, а не с этим алкашом Егорычем. Да, да. Будь он проклят. Ага. Ушла. Отлично. А, слышь, а что это я алкаш? Да что ты кричишь? Какая разница, давай. Дорогой! Дорогой, я полотенце забыла. А. Ты знаешь, мне слышался голос Егорыча. Откуда здесь Егорычу взяться? Он же как вампир, с гаража не вылазит. Ну да, я тоже так подумала. Вот в печенках у меня твой Егорыч. Да, он мне тоже не нравится. Эдуард! Блин, ушла. Давай, 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 за отдых. Давай, бахнем сейчас. Ага. По-серьезке. Ты же гадина такая! Егорыч, значит, тебе померещился, да? Чего ты? Я же это... Не видел ты Егорыча! Алкашня! Ты куда? По всему пляжу размажу! Ну, Егорыч, держись! Не трожь! На троих! Ну, где же они? Ну, где же они? Здравствуйте. Ну где вы так долго ходите? Что случилось? У нас катастрофа. И что? Снова отобрали ружье у сторожа? Да нет. Взяли в заложники повара, требуют кашу без комочков? А? Нет. Бомба? Почти угадал. Так все. Я вызываю подкрепление. Тише, тише. Дети спят. Я вызываю подкрепление. Да подожди ты со своим подкреплением. Там это, того в спальне. Че, пистолет принесли? Нет, кто-то из детей. Ну что вы стоите, запускайте собаку. Граф! Я потом все объясню. Как же они там? Что ж так долго? Ой, спасибо вам огромное! Спасибо! Виктория Сергеевна, да. А без нас вы справиться с этим не могли? Ну как же, это ясельки. Тихий час только начался. Если я их разбужу, они потом спать не лягут. Благодарю вас. Виктория, взять бы с вас заложный вызов. Угу. Вы что? Забыли, какой детский садик закончили ваши детки? Да помним, помним. Только наличие компромата нас останавливает. Пошли. Спасибо, до свидания. Граф молодец. Приходите еще. Сразу засранца нашел. На троих. Вы везете эту гражданку в Турцию? Вы знаете, это попахивает торговлей людьми. Да при чем тут торговля людьми? Я не понимаю, о чем вы говорите. Это чемпионат по танцу живота. Это девочка лучшая танцовщица. Я ее художественный руководитель, я ее сопровождаю. В чем дело? Я не понимаю. Между прочим, приз $10 000. Ого! Это без учета налогов. С налогами, в общем, на руки тебе 800. Ого! То есть это ваша лучшая танцовщица, да? Да, это лучшая танцовщица. Так пусть она станцует. Она не будет танцевать. Да что я станцую? Да все, сядь уже. А чё же она животом не танцует? М? Потому что бережет, как перед боем, берегут лицо боксеры, что непонятного. Послушай, солдат, я хочу тебе сказать одно. Эта девочка уже танцевала для прокуроров, депутатов, министров и даже до... Да? Так что ей пора выходить на международный уровень. У нас заказ, у нас соревнования. Вы нас задерживаете. Да, хорошо, хорошо. Я обязательно вас пропущу, только вы должны пройти одну проверочку. Какую еще проверку? Я вам сейчас тут адресок один напишу. Съездите туда и, пожалуйста, станцуйте там по полной программе, не жалея живота своего. Угу. Вот, пожалуйста. Тю, так я знаю эту сауну. Господи, Наташа, тебе рано еще на международный уровень. Ладно, едь по адресу. Все, давай. Счастливо. Это, кстати, не лучшая наша танцовщица. Если для сауны, то найдем получше. Звоните в любое время. Счастливо. Ну куда ты пошла? Там тупик. А ты здесь, господи. Алло, старший лейтенант, ну что вы там, паритесь? Встречайте от меня сюрприз. Ага. Давайте, отдыхайте. Да? Танцовщица. Танец живота. Ой, здравствуйте. Здравствуй. Очень рада вас видеть, наш постоянный клиент. Не смешно. А я не смеюсь. Снова принесли очередной взнос за кредит? Да, будь он неладен. Вы знаете, благодаря вам наш банк еще не обанкротился. Кормилец вы наш. Будь проклят в тот день, когда я взял у вас кредит в доллар. А произошло это 28 апреля 2008 года, когда доллар был по 5. Я думаю, это последний взнос. Я сегодня закрываю кредит. Да, очень жалко, я буду скучать. Вы же к нам 8 лет подряд ходите. Вы, можно сказать, на моих глазах сохлись. Ой, это я вас помню, когда вы еще не заикались. Когда это произошло? В 2014-м, когда доллар скаканул до 40. Не напоминайте мне об этом. Ой, а еще я помню, когда вы почку продали. А говорят, люди без этого не живут. А видите вы какой? Можно сказать, в полном расцвете сил. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел оформить кредит в вашем банке. Замечательно. Я тоже раньше был таким, как ты. Таким же счастливым? Таким же здоровым, большим и тупым. Я тоже в этом банке кредит в долларах взял. Батя, ну а тебе-то кредит зачем? Какой я тебе батя? Мне и 30 лет нет. Ну и что, на какую сумму берете кредит? Знаете, я передумал. Мы лучше по съемным квартирам помыкаемся, и в трамваях поездим, и отдохнем в Бердянске вместо Турции. Я жить хочу. Беги, беги, пока бегать можешь. Фух, хоть одного человека спас. Подождите, Евгений Михайлович, присядьте. Что? Вам тут еще проценты набежали. За пользование кредитом. Будешь знать, гад, как нам клиентов распугивать. Спасибо, хотите сказать. На троих. Да чё мы с ним цацкаемся? Я же носом чую, что у него смычок в канифоле. Чего? Да рыльца у него в пушку, руки по локоть в криминале. Он тут нам, слышишь, фа-мажор пускает, а у самого-то фа-диез, а? Петюнка, ты сам-то понял, что сказал? А ты давай подробно еще раз. Как ты оказался возле банка? Я вам уже объяснял. Я 6 лет играю возле этого банка. Клиенты банка, солидные люди, выходят и копеечкой помогают бедному музыканту. Копеечкой? Ты чё? У тебя 10 штук баксов в кофре. Сегодня, признаюсь, был удачный день. То есть ты считаешь, что это нормально, что у бедного музыканта в футляре 10 тысяч долларов? Это вы, бедные милиционеры, а мое творчество стоит денег. Я сегодня так сыграл баха, что люди из окон высовывались. Ты вообще понимаешь, что это за сумма? Я понимаю и не претендую уже на всю сумму. Угу. Ты давай это тут не делай из нас соучастников. Я не делаю, и я еще раз объясняю, что мои клиенты очень богатые и солидные люди. Я даже себе вот терминал завел, потому что у клиентов не всегда с собой наличные. Ты дурак или ты прикидываешься? М? Я музыкант, я живу играючи. Ты придурок. Ты у меня будешь сидеть припеваючи. Только грустные песни. Так давай говори, кто тебе дал эти деньги. Описать ты его можешь? Этот добрый человек пожелал остаться неизвестным. Да ты идиота тут не клей. Он был в маске. Он украл эти деньги в кассе и бросил тебе в этот кофр, когда мы его арестовывали. Угу. Может быть, человек тот украл эти деньги, но я их заработал честно, поэтому они мои. Я предлагаю вам, ладно, 50 на 50, и забыли об этом разговоре. Ты посмотри, как он заговорил, а? Понял, 70 на 30, но это мое последнее слово. Он нам еще и условия ставит, а? 80 на 20. Ну вы подумайте. А пока вы думаете, я вам сыграю на скрипочке. Ну, будете думать, как Шерлоки Холмсы. Сейчас. Так, ну, хорош! Все, хорош! Забирай свою двушку и вали отсюда. Погодите. Это были условия до моей игры. А сейчас снова 50 на 50. Хорош! Ладно! И половину от вашей половины. И я никому ничего не говорю. Поняли? Я вам сейчас. Я всегда знал, что менты необразованные люди. Не любят ни искусство, ни евреев. Чего? Вам послышалось. Вот так. Как-то меня убили за эту музыку возле банка.